Приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам рассказать об уникальном феномене. Одна гривна, которая стоит дороже доллара. Это новая серия, как бы новая монета, вернее, из серии Сакагавея. $1. Тоже хочу ее вам показать. Приобрел ее уже давненько, но не показывал ни разу. Это первые вообще мои доллары, которые когда-либо я купил. Две монетки. Вот. Красивая монета. Индеец в космосе. Так ее назвали. А это вторая монета. Это первая монета из серии «Инновация». Симпатичная монета. Достаточно качественно сделана. Ну, какие-то шестеренки. Я не читал ничего об этих монетах, не знаю ни тиражи, не знаю никакие монетные двора их делают, просто мне понравились, я их купил. Но меня удивило другое, что вот Владимир Великий, такой золотистый, 2004 год, вы его можете еще найти спокойно в обращении, но в таком состоянии, вот два лучика, штемпельный блеск, о котором я когда-то рассказывал в предыдущих видео. Вот они бегают, видите, два лучика. Единичка по центру, а справа и слева два лучика световых гуляют по монетке. Вот это вот монета из ролла. И здесь два лучика гуляют. Это особенность чеканки Владимира Великого. Штемпельный блеск. Вот такая монета. В таком состоянии, вот ее зеркало, как отражается палец на монете, стоит в районе 100 гривен. Если вы найдете такую монетку дешевле, я с радостью у вас ее приобрету. Пишите в комментариях свои вайберы и так далее, контакты, связи, или выставляйте объявление на новый аукцион или на OLX, и я у вас приобрету эту монету. Мне нужна одна монета, так что мне 1000 штук не предлагайте, а реально нужна одна монета. В таком состоянии готов приобрести. Мне надо, чтобы было на ней, вот как я вам показываю, два лучика световых, вот они бегают слева и справа от единички. Надеюсь, вам их видно. И также здесь два лучика бегают на плечах у Владимира Великого, так сказать. Центры находятся. Это штемпельный блеск. Так что вот так неожиданно. Одна гривна стоит дороже доллара. Подписывайтесь на канал. И вы узнаете, какие еще монеты Украины, которые можно найти в кармане, будут стоить дороже доллара. Или уже стоят дороже доллара. Ну, а вообще-то, доллары тоже красивая монета. Я только-только начинаю собирать их. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока!